Самое интересное, наверное, для нас посмотреть Казань. Так ведь и мы в Кремле были. Даже вот я лично сама по возрасту, наверное, уже, господи, опять куда-то выезжать. Так что у нас остаются очень добрые воспоминания об этом фонде. Большое всем спасибо за мероприятие, просто за парк, который был, океанариум, вообще оставил очень много впечатлений. Спасибо за подаренное тепло, за заботу, эмоции и впечатления. И здесь очень-очень тепло, и я хочу сказать спасибо каждому. Ну, очень душевная обстановка у вас здесь, и спасибо воспитателям всем, и женской палаты, и мужской, и спасибо волонтерам, помогают везде, в автобус подняться, спуститься, там где-то что-то, одеться помогают, ну, мы вообще, конечно, в восторге. Спасибо.